Всем привет! Я сейчас в Мурманске. Сегодня у меня выходной. Я решил поехать в город Мурманск. Это такой большой город за полярным кругом. Вот это площадь 5 углов. Самое высокое здание. Гостиница «Азимут», или раньше она «Арктика» и называлась. Это площадь 5 углов. Здесь елка стоит, новогодние украшения. Это центр города. Вот. Проспект Ленина. Мурманск, молодой город, ему чуть больше 100 лет. Это вот конгресс-отель «Медиан». Там областная дума, дворец культуры имени Кирова. В Мурманске много транспорта, троллейбусы ходят, автобусы. Расстояние между Киркенесом и Мурманском где-то 200 километров. Можно доехать за 3 часа. Как поехать в Норвегию? В Мурманске много туристических фирм. И в каждой фирме делают норвежские визы, продают билеты в Норвегию. Билет стоит, если кто хочет в один день съездить, то 1500, 2000, 2500. Виза в Норвегию стоит 5000 рублей. Для жителей Мурманской области и Архангельской области упрощенное получение визы. То есть не надо приглашения из Норвегии ждать. И виза делается где-то за 10 дней там. Только фотографии надо, загранпаспорт, обычный паспорт. Также в Мурманске намного дешевле техника, чем в Норвегии. Ну и товары, продукты какие-то. Вот. Поэтому многие норвежцы иногда на выходные приезжают в Мурманск или гулять в кафе, в ресторанах, купить какую-то технику. Может что-то из продуктов взять. Это универмаг «Волна». Он раньше другим был, его сейчас переделали. Ледяные горки. Там стоит вдали зеленое такое здание. Бывший кинотеатр «Родина». Его, он уже лет 10, наверное, не работает. Дома в основном послевоенные, то есть 60-х, 70-х годов, так как во время войны весь город сгорел. Здесь у нас лет 5 назад «Макдональдс» открыли. Вот отсюда, кстати, от «Медиана» гостиницы и от «Арктики» каждое утро, 7 утра, уезжают микроавтобусы в Норвегию. В Мурманске много туристов, живут разные национальности, иногда вот даже на саамском есть название «Явор», это значит «озеро». В Мурманск много сейчас стало приезжать китайцев, норвежцы приезжают, финны, шведы. Вот. Цены, конечно, здесь в 3 раза дешевле, чем в Норвегии. То есть хлеб 35-40 рублей стоит. В Норвегии самый дешевый от 50 и до 300 рублей хлеб стоит. Вот здесь железнодорожный вокзал. То есть все направления в Питер, в Москву поезда ходят там. В Ростов, Краснодар, на юг, в Белоруссию. Там Кольский залив и порт, где стоят корабли, морские суда рыболовные.
Сейчас на улице минус где-то 10 градусов. Хотя вчера было где-то минус 25. То есть город в основном с севера на юг протянулся на 20 километров. Здесь как бы автовокзал идет. Это улица Коминтерна. Очень многие улицы написаны на латинице и русскими буквами для туристов. Вот там наверху, в той стороне Ленинский район, там церковь стоит, Ледовый дворец. Очень много машин, разного транспорта, светофоры. То есть большой город, в отличие от Киркенесса, где 3500 человек живет, то тут около 300 тысяч. Тут нижняя площадь автовокзала, есть верхняя площадь автовокзала, пригородные сообщения. В Финляндию также из Мурманска ходят каждый день микроавтобусы в города там Ивала, такие приграничные, тоже где-то 1500-2000 билет стоит. Ну а так, город такой интересный, много кинотеатров есть, кафе, боулинги, там музеи, есть куда сходить посмотреть что-то.